снесло нашу напорную трассу диаметром 500 миллиметров, которая снабжала район Зукта, Турбаза, Чамба. Сегодня вы видите последствия, которые у нас есть. Занимаемся восстановлением. Белорусская промышленная компания помогла нам, перебросили речку на ту сторону, прорыли нам траншею. Сегодня восстанавливаем, значит, ну, свариваем трубы, значит, укладываем трубу. И, значит, после того, когда мы вот эту часть уложим, речку перебросим на эту сторону, и на той стороне такую же работу будем проводить. Уложить на той стороне также трубу. Сколько времени? Сегодня у нас пятница, я думаю, к вторнику мы должны закончить. Каждый штык он должен два раза пройти. Он сейчас уже благоустроит.